Экофе сейчас происходит то, что тысячи людей приехали сюда увидеть то, во что они поверили, когда этого еще не было. Когда это было на бумаге, кто-то увидел просто по телевизору. Я, например, это увидел просто в интернете по видеоролику еще в 2014 году. Еще очень впечатляет то, что много очень людей, которые этой идеей горят, этой идеей живут. И вот это вот вместе все, это очень-очень здорово. И просто сложно передать это все, насколько это грандиозно. Skyway. В двух словах это трудно объяснить. Но это транспорт, тот, который мы ждали. Ждали, можно сказать, всю жизнь. Друзья, это исторический момент. Я не побоюсь этого слова, потому что этот гениальный ученый шел к этому 40 лет. И сегодня как раз случилось то, что весь мир ждет, скажем так, переворотов в транспорте, потому что мы выходим с этим транспортом и решаем все вопросы. Безопасность, экологичность, уровень жизни людей изменится настолько, что так же, как и интернет, изменил нашу жизнь. То есть это удивительно, и это прекрасно для меня.